Электроника ЭКВМ D3. Пробное включение. Ну, нолики загорелись. Попробуем, как у нее с математикой. 2 умножить на 5. Равно. Угадала 10. В корпусе сделаю отдельный фильмик. Представляю древнюю вычислительную машину ДКВМ D3. На газоразрядных индикаторах. Все индикаторы, как видите, рабочие, горят. Пробуем, насколько она знает математику. Ну, давайте наши 3,14. Ну, умножим на 2, например. Точно, 6,28. Угадала. А теперь, если разделить на 2... 3,14. Здорово. Древняя вычислительная машина, еще на газонаполненных индикаторах ДКВМ D3. Проверочка. Включаем. Нолики горят все четко, ярко, равномерно. Так, ну выставляем, чтобы лишние нули не добавлял после запятой. Ну давайте так, наши любимые 3,14 умножим на 2, равно 6,28. И теперь разделим на 2. Ровно 3,14. Ну давайте усложним. 3,14,15,926 умножим на 2. И разделим на 2. 3,14. Так, теперь выставляем 2 разрядика. И наши любимые 3, 14, 15, 926 умножаем на 2. Видите, уже 6, 283. И теперь делим на 2. 3, 14 и 1. Хорошо. Ставим 4 разрядика. 3, 14, 15, 926 умножить. Ой, извините. Сброс. 3, 14, 15, 926 умножить на 2. Вот. Уже интереснее. И теперь разделить на 2. 3, 14, 15, 92. Так. Ставим 4 разрядика. 3, 14, 15, 926 умножаем на 2. Вот 6, 28, 31, 85, 2. И делим на 2. Вот, получилось наше любимое 3, 14, 15, 926. Это в положении 6 разрядиков. Ставим волшебное 5 четвертых.
поехали. 3,14,15,926 умножить на 2. И разделить на 2. Вот, все четко. Машина считает хорошо. Будем считать математику, она знает.